на зэках, выполнявших заказ на похищение. Пэшкова нападает и всех убивает. Самого Пэшкова при этом не трогают. Некто в лесу убивает сбежавшую с деньгами славяну. Макс приходит в себя в больнице. Рядом с ним Вера Никитина, с которой сняты все подозрения. Трубецкой нашел Шувалова и его настоящую сообщницу. Продолжаются поиски брата-мстителя. Есть несколько подозреваемых. Одного из них, Кутько, находит в лесу, повесившимся возле лесной сторожки.